Привет, друзья! Мы уже рассказывали впечатления от использования российской БМП-3 одним из военнослужащих ЧВК «Вагнер». Ссылка в комментариях. Публикуем теперь отзыв о БМП-3 командира штурмовой группы «Морпех», усиленной бронемашинами БМП-3. Машина очень хорошая, скоростная. Она может сама окапывать себе, выкапывать капонир, в котором она может находиться и применять свое боевое оружие. Основная задача на настоящий момент стоит – это поддержка на переднем крае. Это 100-миллиметровый снаряд, которым стреляет пушка БМП-3. Сейчас это очень актуальное оружие, которым мы работаем с навесом, для того, чтобы поразить противника за поверхностью, которая, ну, с возвышением. Сейчас это очень важный элемент ведения боя. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр. Мы осветим все.